Дорогие выпускники, от всего сердца поздравляю вас с окончанием школы и началом нового жизненного пути. Сегодня вы закроете последнюю страничку своего школьного детства и получите аттестаты о среднем образовании. 39 учащихся нашего района получат аттестаты особого образца за отличную учебу и высокие достижения в интеллектуальной деятельности. Дорогие ребята, перед вами открыты все пути. Вы выбираете профессию, планируете свою жизнь. Мысли и мечты каждого из вас устремлены в будущее. Каким оно будет, во многом зависит от выбора профессионального пути и реализации своего призвания. Куда бы ни вел вас этот поиск, помните, вы нужны своей родине, нашему району, своим родным и близким. В нашей стране много делается для того, чтобы молодые люди могли раскрыть на родной земле свои таланты, добиться успеха, чувствовать себя по-настоящему счастливыми и уверенными в завтрашнем дне. Дорогие выпускники, я искренне поздравляю вас с получением аттестатов об общем среднем образовании и выражаю уверенность, что вы станете достойными людьми. Желаю найти себя в новой взрослой жизни, стать счастливыми и востребованными в избранной вами профессии. Буду очень рад, если вы свяжете свое будущее с нашим районом. Пусть вашими победами и успехами славится Калинковецкая земля. Удачи вам, свершения всех надежд и достижения поставленных целей. Пусть судьба будет к вам благословной, жизни яркой, интересной и счастливой. Добрый путь, дорогие ребята. Слет выпускников 2018 года объявляется открытым. Чтобы у вас, дорогие выпускники, все сложилось, все удалось и все получилось. Уважаемые родители, прекрасно понимаю и разделяю ваши волнения. Уверена, что вы воспитали конкурентных, культурных, интеллигентных, умных, молодых граждан нашей страны. И по праву можете ими гордиться. Спасибо за большой родительский труд. Пусть дети оправдают ваших ожиданий. В этот торжественный день хочу выразить слова огромной благодарности вам, уважаемые педагоги, за ваш нелегкий труд, а главное, за умение отдавать детям частичку своей души. С праздником всех! Здоровья, успехов, побед, открытий, исполнения надежд и мечтаний! Люблю тебя, один и на планете, мой родный город, сердцу дорогий, на всей земли, во всем великом свете, подобного нигде мне не знайти.
Важный. Он есть начало нового пути, и обещаем мы вперед идти отважно и стать успешными на жизненном пути. Мы, выпускники 2018 года, внуки героев, обещаем сохранять верность подвигам наших дедов и прадедов. Обещаем жить честно и поступать по совести. Обещаем создавать будущее, помня уроки прошлого. Обещаем никогда не сдаваться, идти к намеченной цели. Мы будем достойными гражданами Республики Беларусь. Нашего детства узнать бы, что дальше, а дальше разве? Вот звезды растают с луной по соседству. Меняется время, мы станем взрослее, а может и нет. Июньское утро, с новой жизнью носится. А в жизни все кем-то устроено мудро. Она так прекрасна, но все не напрасно, и все в ней. Смело идти вперед, смело смотреть вперед.
На счастье диктанты, вопросы, ответы. На школу дала в жизни первый урок. И если вдруг нас разбегает по свету, нас назовет вместе школьный звонок. Уже наступает июньское утро, но солнце подарит нам ласковый свет. Так жизнь студента устроена мудро, начало всему вечер юный рассвет. Рассветы ждут уже крутые повороты, и остается школа позади. Пока о будущем не знаешь ничего ты, мы самый главный выбор впереди. Все, что нас завтра ждет, смело идти вперед, прямо смотреть вперед. Это завтрашний день настает. Вы идите смелее вперед, не боясь ни ветров, ни ненастий. Вас успех в жизни точно всех ждет. Будет время для слез и для счастья. Дорогие выпускники, примите от нас, педагогов, эти подарки-символы. Лист светлой и темной бумаги, чтобы не забывали, что учение – свет, а не учение – тьма. Дети пусть мечтают яркими мечтами сказочных цветов. Ну а вы сегодня, став выпускниками, отпускайте в небо фейерверк шаров. Отпускайте в небо разноцветные шары. Детские мечты пусть с ними улетят. Вы теперь серьезнее стали и должны помечтать о большем, чем даже год назад. Улетят шарики воздушные, не вернут назад. Красный, желтый, голубой, радуги цвета. Посмотри над землей, какая красота. Посмотри над землей, какая красота. Шарики воздушные, ветерку послушные. Улетают шарики в сказочную даль. Шарики воздушные, словно птицы кружатся. Расставаться шарики с вами очень жаль. Дорогие ребята, с этим последним звонком и с этими шариками начался процесс инициации вас во взрослую жизнь. Так уж повелось у нас в нашем народе,
Этот процесс происходит именно тогда, когда встает солнце на следующий день после выпускного вечера. И сейчас вы уже становитесь взрослыми. Идете в ту большую жизнь, которая вас будет ожидать не только радости, не только праздники, но и какие-то испытания, искушения. И мне бы хотелось, конечно же, наверное, заострить внимание на нескольких, всего лишь нескольких из многочисленных нравственных ценностей, которые, в принципе, имеются во всех народностях и во всех религиях. Я хочу отметить три очень важные, на мой взгляд, по моему жизненному опыту, это прежде всего любовь. Любовь или добро, которое мы несем в мир, которое мы даем, и которое никогда не иссякает и всегда возвращается нам той же самой любовью. Честность. Честность – это способность не врать. Не врать ближним, не врать вообще никому, и прежде всего, конечно же, себе. Потому что очень часто завышенные амбиции могут принести очень много вреда. Поэтому нам нужно просто честно себе признаваться в своих возможностях. И третье, немаловажно, это смиренное мудрее. Это уже очень духовная ценность, которая будет вам веселить сердце. Смиренное мудрее – это то, что нам дает возможность со смирением принимать те искушения и испытания жизненные, которые мы не в силах исправить. И как вот говорил один известный писатель Мария Ремарк, если ты не в силах изменить зло, эту ситуацию, то зачем доводить себя до сумасшествия? Зло, оно алчно, зло, оно бесконечно. Оно бесконечно в том плане, что оно все время жаждет. Оно жадное, а добро, оно всегда растащает. И, конечно же, вот на данный момент я бы хотел бы еще обратиться к родителям выпускников. Дорогие родители, если кто-то еще до сих пор не сделал одну вещь, не перерезал пуповину со своими детьми, сделайте это сегодня. Дайте возможность своим детям стать взрослыми. Дайте возможность им отвечать за свои поступки и за свои достигать каких-то определенных высот. Вот. И я, в свою очередь, молитвенно призываю Божие благословение на всех вас. На сдачу экзаменов, точнее, сдачу централизованного тестирования, поступления в институты, в выборе профессии прежде всего, потому что профессия, которая выбрана, скажем, по зову сердца, она всегда тоже будет приносить радость. Вот. И, конечно же, желаю, чтобы в вашей жизни всегда, конечно, больше всегда было побед, больше причин для радости и, конечно же, мудрости. Я прежде всего мудрости желаю всем вам. Храни вас всех Господь. Мечты.
2018 года. Счастья вам! Добрый путь, дорогие выпускники! Плачут девчонки, мальчишки вздыхают, мамы тихонько слезу вытирают. Кончилось детство, как птица вспорхнула, взрослая жизнь нам в глаза заглянула. Белая сирень нам машет, словно птица. Последний школьный день, он в прошлое учится. А мы сейчас сойдем со школьного крылечка. Лишь детскую мечту возьмем с собой навечно. Школьная парта, цветет и тетрадка, взгляд на соседку и лишку украдкой. Здесь мы учились, влюблялись, дружили, над чем-то смеялись, о чем-то грустили. Белая сирень нам машет, словно птица. Последний школьный день, он в прошлое учится. А мы сейчас сойдем со школьного крылечка. Лишь детскую мечту возьмем с собой навечно. Вот и закончим урок наш последний. Все, что учили, возьмем без сомнений. В новую жизнь мы с тобою так просто. Детство умчалось, и ты стала взрослой. Белая сирень нам машет, словно птица. Последний школьный день, он прошлое учится. А мы сейчас сойдем со школьного крылечка. Лишь детскую мечту возьмем с собой навечно. Возьмем с собой навечно.